Привет, с вами Андрей. Сегодня мы поговорим. О чем мы поговорим? Я не знаю. Сегодня, ребят, мы поговорим о футболе. Я сегодня буду играть в футбол. Вот на той площадке. Вместе со своей сестрой Женей. Да-да, всем привет. И также у нас такой мячик, что его аж невозможно. Ну, в конце видео мы... Андрюха встанет вот на тот синий балкончик и будет говорить... И будет рекомендовать каналы разных ютуберов и наших друзей. Когда мы закончим футбол, я вам расскажу, что будет в конце. Окей, давай чуть-чуть посидим. Чуть-чуть. Андрюха, объясни нам, что тут находится. Что тут находится? И расскажи нам, где мы сидим. Тут площадка. Ага. Это зеленый. Вот это типа волосы. Рапунцель, зеленый канат. А это спиралька, на которую я люблю садиться, и я с ней вот так. Вот так съезжаю. Ну, в общем, Андрюха, наверное, сейчас заснимет, как я съезжаю, но сначала он нам покажет всю площадку и расскажет все, что тут есть. Вот тут есть домик, и мы еще в одном домике сидим. Ага, тут только два домика, нет, три. Сзади Андрюхи. Андрюха, покажи за тем. Сзади меня качели, песочница и лодочка. Домик. Лодочка. Ну все, Андрюха, я поехала. Поехай! С вами Юнгай! Короче, ребят, я уезжаю пока. Сначала камеру верни. Хорошо, пока мы поставим на пол. В общем, ребят, смотрите, как Андрей будет спускаться. Блин, мокро. Ладно, переживем. Как просто... А теперь покажи, как можно тут залезть. Ну, в общем, ребят, можно без это каната, просто... А можно... Да, можно без каната. Но я чаще всего вот так. А я так вот. Андрюш, а зафиг ты залезаешь, если тебе надо слезать. Ты же в футбол играешь, ща. Волосы наши уберем. Ну что, Андрюха, пошли? Пошли. Пошли. Итак, сейчас в эту дверь войдет футболист Андрей. Андрей, что ты там застрял? А. Что там? Давайте. Андрюха! Андрей, ну... Блин. Зачем? Стой, Андрюха. Не Андрюш! Кидаю мячик! Да, спасибо. Андрюха, входи в другую в дверь. Я, которая открыта. Нет, та закрыта. Ща. Тяжело, блин. Ты ее столка прям ногой. Ногой ударь. За. Нажми на кнопку, ударь ногой. Угу. Блин. Андрюха, вы просто поднимите нет, эту. Нет, подожди. Нажми на кнопку. Ага. Отойди, Андрюха. Блин. Вот, все. Все. Блин, пацан помог нам закрыть дверь. Кстати, как тебя зовут? Ага. Андрей, блин, что ты делаешь? Еще? Зачем? Вы ее так закрываете. В общем, ребят, у нас тут проблема с дверью, потом... Сейчас поставим на паузу, потом они... В общем, ребят, сейчас будут играть. Давайте. Андрюха, давай. Ну, давай. Давайте. Что у вас? Я отбила мяч, я помеха.
Я помеха. Они просто как два барана за овцой бегут и все, жениться. Ё-моё. Ёшкин. Мячик! Мячик! Не, вы койоты. Давайте. Ну, кто там у кого? Ура! Мячик летит! Ты гол! Еще б чуть-чуть и гол забил бы. Капец, это называется дружеский удар ногой по мячу. Андрюха, давай, или давайте оба. Кто из вас там? Ага. Давай, Петюню. Да! Молодец. Давай! И Андрюх! Андрюха, давай. Дай мне по... Давай, теперь я буду играть. Ура, я буду... Андрюша, на, снимай, я буду играть. Я хочу поиграть, на. Снимай. Давай я лучше снимаю. На, снимай. Она бежит. Как тебя зовут? Неважно, как ее зовут. Она ведет розовым мячиком. Андрюша пинает мячик. Неожиданно врывается в зону защитника. Бьет. Не попадает. Гол. Берет. Обводит мяч. Андрюша бьет. В зону защитника. Привырает тут. По стенке отдает пас. Андрюша приходит мяч. Мячик. Он уводит блок. Вратарь стоит на рамах. И Андрюша не попадает. Девочка берет в руки. Пинает. Пошла. Обгоняет Андрюшу. Потом руками. Пытается забить гол. Не пытается. Потом берет зону защитника вратаря. Давай. Представьтесь. Неважно. Тебя представьте. Андрюха его. Андрюха, все, а тебя... Как ее зовут? Женя. Женя. Всё. Что? Женя, представься. Женя ведут мячик. Андрюша бьет и забивает гол. Неожиданно. Петюню давай. Команда России, что-то такая слабая сегодня. Во-первых, я Германия, он Франция. Россия. Он Россия. Германия что-то такая слабая. А Россия что-то... Кто же выйдет в финал в этом матче? Никто! Никто. Тю-дю-дю-бадю-бадю-бадю-бадю-бадю-бадю. Давай, веди. А тут камеру зуб показывай. Давай, пошел. Пошел. Гол? Нет, это не гол. Самый простой способ. И вратарь отбивает этот мяч. Ребята, а я лежу. Давай. Нет, камера, я еще камера, Васька. Давайте. Теперь будет перерыв. Вот там пацаны носятся.
Артём без ботинок, Андрюха с мячом. Но это будет скрыто, и это узнает только Андрюха. Артём не узнает. Все. В общем, какие ты каналы рекомендуешь? Андрюха, в общем, Андрюха рекомендует канал Ивангая, Ярика Лапы, Игробой. Ну, в общем, самых известных ютуберов. Также и наших друзей Аню Першикову, Лёшку, Элису Кит и Аню Зарубецкую. Короче, всем пока! И закончится тем, что Андрей бьет мячик.